Одна из самых одаренных футболисток мира. В 2013 году она своей игрой принесла немкам золото чемпионата Европы, забив единственный мяч в финале. И это шанс забить! Сейв, но атака продолжается. Мяч в поле, выбивал! С облегчением забирает мяч вратарь. Пришлось ей потрудиться, но какое спасение совершила, а? Интересно, куда дальше мяч пойдет. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Прекрасный гол! Ну, понятно, что нужно делать дальше этой команде, смещать акцент атаки вот на тот фланг. Да, и казалось бы, действие легко читается, но пойди попробуй, перехвати такую передачу. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса.